Привитос, амигос, продолжается God of War, и многим с прошлой серии не дает покоя. Как же так, я не увидел на полу эту блядскую кнопку? Что же я там в шары ебусь? Что же я, блядь, тупой такой? Спасибо, Кратос. Нет, тупые те, кто, блядь, не понимает, что... Все равно Кратос молчит, нахуй. Тупые те, кто не понимает, что на каждом мониторе у каждого человека картинка разная. Она, сука, не универсальная. Жизнь немного ужасного. Опять залагала. Я понимаю, ну так что вот, идет, блядь. У меня монитор от компании EOC с какими-то там якобы передовыми технологиями, в том числе у меня включен Clear Vision. Это такая херня, которая темный фон делает реально темным, а светлый фон делает реально светлым. Защитил свое дитя. Что? Что ты сказал про моего папу? Что, как? Я надеюсь, у него хорошо все со здоровьем. А то он так кашлял, я так переживала. В этой тьме я слышала, как боги говорят обо мне. Я убил твоего батьку, сучка. Завалил его, бля, и мамку твою выебал. Если она вообще твоя мамка. Возможно. Возможно. Возможно, не мамка. В словах страх. Страх перед покрытым пеплом воином. Страх перед тобой. А страх перед фонарем, который я, бля, в руках держу, ты не испытываешь? Это ж, блядь, голова бога солнца, твою мать. Надежда удел слабых, Пандора. Я не понимаю русалок, блядь. Я не понимаю, что ты говоришь. Надо поместить его в воду. Многие говорят, что это у меня звук лагает, чтобы я порылся в настройках звука. Блядь, а субтитры тоже в настройках звука включить? Потому что, видите, субтитры тоже лагают. Просто у этой игры у меня косяк вот со скриптами. К чему приводит надежда. Они херово работают. Ты в этой игре. Запомнить это. Смотри, Иисус. Мы распяли его на цепях за наши грехи, а он в нас надеялся, блядь. А, это лифт. Ну так вот, короче говоря, в моих настройках графики на мониторе эта черная кнопка вообще, блядь, как кнопка не выглядела. Она находится в тени, следовательно, в темноте. И плюс на нее падал свет через решетку, создавая видом видимость ебучих досок. Вот такие, блядь, чудеса. Поэтому нахуй не надо спрашивать мне, как это я, блядь, эту хуйню не увидел. Если бы здесь была свободная камера и можно было бы ее хоть как-то повертеть, естественно, я бы увидел, что это какая-то там кнопка. Хотя до этого таких кнопок в игре не было. Сучки. Обожаю бить старых бабок ебалом об пол. Хотя бы в игре это можно делать. Ломай ее полностью. Кто-то написал в комментах, что типа голова... О, подожди. И немецкий НЦС! Блять, ну как они, блять, в полете-то меня сбили, это пиздец. Старые сиськи. Время пройдет, и черви сожрут твои крупные сиськи. Умирайте, умирайте, все, умирайте. И ты, мрежи, ты, трупы, ты, трупы, ты. Все мы сдохнем, чтобы не сделали, все сдохните, сдохните. Так и не понял, откуда эта фразочка, которую я взял... Для заставочки, ПДС-очки. Блять, привидение заебало. Да, действительно, призраки, блять, умирают от фонаря. Ладно, что-то меня подзажали сейчас. Ща будем разбираться, блять. Да потому что выскочили эти пидоры со щитами, которые только немецким инцестом ломаются. У немецкого инцеста магия, блять, как у хлебушка, ебаного. Вообще ни о чем. И что, это все, что ли? Я же жал на ваш ебаный нолик. Блять, отлично, как удобно это юзать. Сучки старые, блять. Блять. Вот эти ебаные привидения реально все с меня вытрясли, блять. Только на бой с этими шалавами половина здоровья уходит. Я же говорю о том, что сколько магии на них приходится тратить. Пиздец, теперь эти пидорасы со своими палками нахуй. Yeah.
угадали, ёпта черти. Опять бабка вылезла, да ёбаный насрал. Они кончатся, они... Не переведутся бабки старые на земле русской. Магии-то нету больше. Пиздец. Ну я вначале слишком дохуя трачу на этих ёбаных бабок, сука, блять, чтобы их нахер, пиздец, черти драли нахер, заебанский моб, блять, а. Вот этот вот конченый, блять. Бомба, хуёмба, им до пизды вообще, блять, они просто... Пиздец, ну смотри, они в три смычка меня ебут, просто. Ты их бьешь, а им похуй, они все равно тебя контратакуют, блядь. Вопрос, потому что им хочется, нахуй. Я вот что-то, когда меня спамят, бить не могу, блядь. Блядь, понятно, нахуй, опять все потрачено. Давай, блядь. Заебись. Больше старой хуйни, блядь. С ними так интересно драться, блядь. Какую только хуйню в эту игру не вставили, реально. Одних только привидений ебучих три вида, как я понимаю, блядь. Не, на них, сука, грех не потратить. Отличный удар, блядь, в никуда, нахуй. Маханул, ебать. А вот это говно их вообще добивает, или они просто отлетают и дальше в бой? Я что-то не врубаюсь. Вроде как они новые-то не появляются. Ну, старые, да, они просто не дохнут. Сука, геморрой, чтобы одну бабку, блядь, убить, а? Вот это вот он его убивает, я так понимаю. И сюда хрустнула, блядь. Чё вы думаете, что вот этот хруст что-то, блядь, кому-то нанес, может быть, нет? Блять, старая заебала нахуй, да, блять. Это пиздец, как она меня заебала. Смотри, блять, она еще нахуй не сдохла. А, это еще первая стадия только. Вон же и восьмая пачка, блять. Блять, да вы нахуй издеваетесь, что ли? Вот это замес, блять. Я вообще нахуй, я ебал, блять. Я даже не могу первых бомжих до конца истребить, как они, блять, все новое и новое говно насылают. Они что тут ебанулись немножко, нахуй, головой своей, блять, не тронулись. Я и меч давно просрал на новый, так и не набил еще до сих пор. Пиздец, блядь. Бесконечные бои, это, конечно, пизда-то, блядь. В рамках такой игры-то, блядь, супербоевкой. Смотрите, сколько раз надо ебануть одну и ту же старую бабку, блядь, здесь, а? Схватил, идиот.
бабку, блядь, вали нахуй, самое уебищное. Что за говно там, блядь, меня шутить умудряется, а? Блядь. О, смотри, еще вылезло, блядь. Нельзя просто взять и отбиться от толпы, блядь, привидений, нахуй. Ну, я понял, что вот этот момент, видимо, на этой сложности уже просто невозможно пройти, блядь. Просто потому, что, блядь, слишком дохуя одновременно, блядь, здесь нападает ёбаных привидений. Просто слишком дохуя. Не может, блядь, игра, сука, быть такой ебанутой, чтобы реально на одного человека насылать одних и тех же мобов, блядь, 8 раз. Ну, ебануться просто можно, блядь. Насколько, блядь, надо, сука, игроков-то ненавидеть, блядь. Знаете что, нахуй, от атак со всех сторон невозможно увернуться, блядь. Ну, с одной, ну, с двух, блядь, ну, ебать, не со всех же. Ой, блядь. Еще и, блядь, они не добиваются с первого раза-то, блядь, только с десятого, нахуй. И прокачивать уже, блядь, нечего. То есть сильнее Кратус уже не станет. Живучий, да, может быть. Магии больше станет, там, хуже. Но не дамага же. Эта хуйня, интересно, убьет этих щитоносцев? Нет, не убьет. Просто впустую потраченная магия. Только в пол, блядь, она еще не дохнет, как бы, не думает. Хотелось бы, конечно, оставить, блядь, что-то и на минотавров, блядь. Но до минотавров тут, походу, может и не дойти, блядь. Не хватает. Пиздец. Тут такой дамаг-то, блядь, а? Я понимаю, что их надо немецким инцестом бить, но, блядь. Блять, ёбаная, сука, мразь, нахуй, а? Пидорасина, пиздец, пиздуйте, нахуй. Кнуты, блять, хуета ёбаная, блять. Только, нахуй, немецкий инцест тут что-то, блять, может сделать, пизду. Хуй знает, если попадать начнет, блять. Но по привидениям как раз хуй попадает, блять. Блять, ее реально убить-то нахуй, чтоб, блядь, вот без этой хуеты. Ну
Ну мы, блядь, вспышку-то увидим когда-нибудь нахуй из головы этого пидора, блядь, которого ты нахуй, блядь. Такое дерьмо, блядь, это ёбнуться, пиздец. Come on!
Блять, это, наверное, была самая, сука, сложная хуйня за всю эту, блять, игру. Ёбаный, блять, насрал. Сука, не зря я даже RusGame Sractics, блять, на средней сложности проходил, потому что это, блять, мега задротное побоище, блять, которое шло, ну, около 2 часов, блять, подряд. Я пытался просто выебать, блять, этих, сука, не победить их, а выебать их, блять, на этой сучьей сложности, блять. На земле лежит лоскут с выведенными кровью письменами. Надпись гласит: игру сделали пидорасы. Точка. Нет. А, сюда не должна была ступить нога человека, но, быть может, ты не человек, спартанец. Я не знаю тебя, не знаю, что ведет тебя, но уверен, ты не друг Зевсу. Я хочу, чтобы он ответил за нарушенное им обещание и гибель моего сына. Наверное, эту надпись Дедал писал ногами. Я надеюсь, что ты свершишь желаемое — погибнуть в своем величайшем творении, достойный способ завершить жизнь. Больше, чем этот лабиринт, я любил лишь Икара. Теперь я буду рядом с ним. И рядом с ним, и рядом с ним. И с Икаром, и с лабиринтом. Аллилуйя. Что делать надо? Малая? Иди, там он для тебя, ворота собачьи. Иди. Че она, блядь, не лезет-то? А, бля. Рычажок, который привлекал мое внимание, несколько раз пытался в начале боя рычаг нажать, думал, может, надо запустить лифт и просто держаться какое-то время. Но оказалось, это просто настолько тупорылый уровень, что надо драться по кругу с одними и теми же врагами. 2 раза вылезали минотавры, 4 раза вылезали синие привидения, 2 раза вылезали желтые привидения, блядь, 4 или 5 раз вылезали бомжи с щитами, блядь, из говна титана. Ну это просто пиздец, я, блядь, никогда такой хуй... Да, ну реально, Sega, блядь, реально. Sega — игра про Бэтмена, где в конце, перед самым главным боссом, ты дерешься со всеми другими боссами, которых ты уже убил. То есть раньше на консольках такое дерьмо было, что перед финальным боссом повторение всех боссов, которые уже были, это, блядь, самое худшее говно, которое можно было придумать. Но, блядь, кто-то придумал и долгое время эту хуйню использовали. Но даже то дерьмо было и в половину не так сложно, как вот это, блядь. И что это? Я опять вижу, что сейчас как будет какое-то дерьмо, блядь. Я вот не знаю, там справа Марио какое-то, но мне похуй, я хочу до сохранения добежать на всякий случай, просто сохраниться, что мне кажется, сейчас, блядь, пробки вылетят дома, блядь, и все, и пиздачек к поинту. Так, тут надо осторожненько переходить через мост, чтобы, блядь, не ебануться. Кратос может, блядь, камера вообще нахуй. Я не знаю, как, насколько кому-то удобно ходить по диагонали, мне не очень. Так, бичи Немезиды очень классно помогли мне справиться с привидениями. Если бы не эта пушка, бля, привидения бы мне жопу порвали. Да, бичи Немезиды. Оу, oh, yeah. По-прежнему цепи Аида остаются бесполезным говнищем, а вот бич Немезиды, он все-таки, блин... Он повлиял, он очень-очень-очень спамящая пушка, плюс она там с эффектами молнии, с какими-то магией, у нее, конечно, дерьмо ссаное, блядь. А вот в плане просто ударки, незаменимый ствол. Че это камера решила повернуть? Надо же. Че это не нашло? Ура, глаз Горгоны, а это значит, что мы сейчас получим что? Жизни. Да. Все, финальный кусочек здоровья мой прирос. А я видел, что на... когда смотрел, мне показалось, что просто что скрипты уже заели и просто бесконечно будут лезть мобы, потому что, ну, со скриптами у меня с этой игрой очевидные проблемы. То озвучка не врубается, то баги какие-то, блядь, невъебенные. Я посмотрел, что у вышеупомянутого канала, который уже эту игру проходил на средней сложности, уже у него в этом бою была полная полоска, как я понял, здоровья. Ну, может, мне показалось, хуй его поймешь. В любом случае. Это великая, блядь, удача. Это могучий, могучий скилл просто, который мне, блядь, я не знаю. Если бы я выкладывал эту серию без монтажа, вы бы охуели это смотреть. Это просто, просто дичь. Там что-то блестело, ну да ладно, хуй с ним. Давай опять немые сцены. Цепь Кратосец говорил мне, что на ней покоится равновесие сил на Олимпе.
самое время походить по краешку и поссать с высоты. Почему у Кратоса, блядь, ногти на ногах синие? Порви цепь, чтоб все наебнуть. Жди здесь, я пошел рвать цепи, блядь. Я не могу их порвать прямо здесь, я должен порвать их прямо там. Ура, миссия с полетами. Что происходит? А, я, блядь, пол игры вверх летел, теперь обратно лететь. Пол игры, заебись. Потом, наверное, пешком подниматься, да? На нахуй. Кратос, глупый конь, блядь, получи. Но я же не могу догнать эти камни, нет, могу. Блять, невероятно тупое говно с этим с этой инверсией. Сейчас я сквозь камень пролетел. Игра уже меня жалеет. Ну, блять, ну даже близко не было. На мой взгляд, очень трудно ориентироваться, когда голова где-то там, а я вижу только сандали Кратоса, которые по габаритам, походу, немножко превышают его голову, но все равно он внутри. А, ну да, я вот здесь. Серьезно, я вот здесь летел. До сих пор камни падают. Бля, я не знаю. Это ебанулись, что ли? Это тот самый случай, когда у разраба уже очевидно фантазия закончилась, начинается повторение, блядь. Ну, я говорю, мобов, боссов, блядь. Целые уровни вот с полетами повторять не западло абсолютно. Ну, я сейчас уебусь, да. Смотри, главное, я уебался, а в воздух убился. Реально, я не попал в доску. Вот если вы сейчас на паузу посмотрите, увидите, что он умер, блядь, рядом с бревном, но никак не на нем. На такой скорости выверять эти миллиметражи, ну кому это надо, кто знает. Блять, о чем эта игра вообще? Я сейчас видел, что камни висели и ждали меня, блять, когда же я к ним прилечу. Сука, такая тупизна, блять. Нет, вызов в плане сложности мне даже нравится. Я вошел во вкус, блять, этой дрочки. Мне просто никто не сказал, что, блять, это все так эту игру на сложности проходят, когда ебутся на одном эпизоде по 20 раз. Я думал, что это, блять, аномалия какая-то, что я что-то не понимаю. Но оказывается, это абсолютная норма. Но, блядь, то, что вот сейчас... Это, ну, далеко от нормы, блядь, игровой, в моем понимании. Когда просто в скоростном спуске, блядь, твой персонаж умирает, блядь. Хуй знает почему, просто уебавшись. У меня хуй знает, где там дырка была, блядь. Вот, блядь. Ловлю ебалом доски. Это я умею. Я не знаю, блядь... Может, здесь на легкой сложности он медленнее летит, как бы... Просто не понимаю. Блядь, меня сейчас просто вырвет нахер. Куда ты? Реально страшно на это смотреть. Ебать. Просто как на американских горках прокатился. А внизу стоит стакан с водой, куда надо попасть, я угадал. Блядь, только не говори, что потом я к ней наверх полечу еще. Что-то странно, блядь, ничего не происходит. Это они могли бы и раньше закончить, но просто он так долго вверх взлетал, что надо было, ну... Ёб твою мать. Викарий, ты что ли? А тут вот это говно взялось? Не было ж тебя. Нахуй. Да, даже, блядь, это единственный моб, которого нельзя зажать немецким инцестом, по-моему, да? Нет, что-то можно вроде. Нормально. Немецкий инцест все-таки справился. А, ну это та собака, у которой голову по одной надо отрывать, я понял. А это что за козложоп, блядь, пришел? Ну, я думаю, тут уже, блядь, все средства хороши, надо тратить все, что есть, да, там, блядь, пизду. С этими козликами драться, нахуй, не обосрали. Игра уже конкретно жестит, просто смотрите, сколько магии может выдержать эта собака, блядь, вместе с этими козлами, просто, блядь, бесконечное количество, по-моему. Просто захуячили. Бред, блядь. Ну нахуй под конец игры такая жесть, я просто понять не могу. Блядь,
блядь, какая из голов высирает этих шаут, блядь, а? Я просто, блядь, в этой куче мобов даже не понимаю. Камера, блядь, за спиной собаки, когда мне уворачиваться, от кого, блядь. А если я убью козлов, я думаю, новые прискачут, это я почему-то уверен в этом. Чё, блядь, взрывается-то? Чё взрывается? Блядь, чё взрывается? Я просто нихуя не понимаю, блядь. Пизду, блядь, дерьмо ёбаное. Причем этого босса нельзя бить как-то так, чтобы не стоять перед ним, блядь. Потому что захвата цели в игре нету, когда Кратос наносит удар, он сам смещается к морде, блядь. Знаете, в чем, блядь, вся пиздатая ситуация? Смак, что конь не дает себя захватывать даже. Сатир или что это, блять, я уж хуй знаю. А, я понял, что взрывается. Собаки взрываются. Больше козлов, блядь. Пиздец, ну как я дохну, блядь, ёбаный в рот. We'll be right back.
Блять. Сука. Да, очередной замес. Слава богу, закончился. Походу, не напоследочек, на самый-самый кончик приберегли для меня просто самое сочное. Вообще, самое-самое, что у них было. Я уже не знаю, что там, блять, хуже этого вообще что-то может быть. Наверное, может. Еще впереди там, блять, невъебический финальный босс. А может, даже не один. А, блядь. Так, ну и короче, поскольку запись этих боев отняла просто нереальное количество времени, вот реально за 40-минутный видос пришлось, блядь, 3 часа месить этих мобов в одних и тех же локациях. Не самое веселое занятие, но, блядь, времени просто отнимает вообще прорву. Поэтому серия будет вот такая, какая она есть. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Блядь, я надеюсь, что эта игра скоро кончится, потому что иначе, не знаю, мои геймпады просто этого, блядь, могут не пережить.